Во Владивостоке на строящейся насосной станции специалисты подрядной организации уже завершили монтаж технологического оборудования и начали монтаж электрооборудования. По планам к 1 октября мы заканчиваем монтаж всего оборудования. До середины сентября мы в планах закончить благоустройство данной территории. Стоит отметить, что при технической возможности мы стараемся осуществлять подачу горячей воды по временным схемам, чтобы уменьшить количество отключенных абонентов. В настоящий момент теплоснабжение потребителей, подключенных к данному объекту, осуществляется в штатном режиме. Современная тепловая насосная станция строится для технологического перекачивания теплоносителя с повышением давления в тепловой сети, проложенной до строящегося музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.